нужно найти Гутрума. Эйвор, ты пришла на зов Гутрума. Рада тебя видеть. И я тебя. Сейчас перемирие, но я вижу, что люди жаждут сражения. Кровь уже пролилась? Нет, мы взяли Верхом без боя. Мы следуем за Гутрумом, а саксы за своим лордом. Значит, крепость для него не самое главное. Гутрум хочет договориться с саксами? Если это возможно, он заключит мир без боя. А у него получится? Сейчас они в церкви, сидят сложа руки. Слова, слова. Я провожу тебя туда. С кем разговаривает Гутрум? С Альфредом? Ага. Король западных саксов согласился на переговоры. Мы загнали его в угол. Гутруму следует быть осторожнее. Альфред хитер, как Локи. Гутрум не сосунок какой-нибудь, Эйвор? Как и Альфред. Если он здесь, значит, это часть его плана. Тогда помоги нам. Поддержи Гутрума, покажи силу. Тогда король пахарей скоро нам покорится. Мы с легкостью взяли эту деревню. Не вздумай бросить мне вызов, король. Я вижу, как ты силен и хвастлив, Гутрум. Но мы ведь уже все решили. Что еще тебе нужно? Корона Уэссекса. У Уэссекса есть король, благословленный самим Всевышним. Оставь свои бредни, Дан. Нам незачем просить, Гудвин. Мы захватим Уэссекс, так же, как захватили всю Англию. А, Эйвор, наш острый молот снова здесь. Я дал вам серебро, чтобы вы покинули Верхэм. Вы поклялись на кресте и своем языческом молоте. Мы отпустим ваших людей только тогда, когда вы вернетесь в ту дыру, из которой выползли. Скажи еще хоть слово, и я скормлю твой язык ворону Эйвор. Устроим обмен, ведь у нас твои яйца. Вам еще не надоело браниться? Если Гутрум дал тебе слово, он его сдержит. Мы уйдем из города. У вас ровно день. Не испытывайте терпение короля, или наше войско вернется в Верхэм. Если сомневаетесь, знайте, река Эйвон возле Уффинтона окрашена кровью ваших соплеменников. Их предводитель, что там кричали, когда он пал? Улла, Убба. Точно, Убба. Помни, я дал тебе серебро. И надеюсь, что ты сдержишь слово. Ждать, пока вы уйдете, я буду в Чиппенхэме. Убба мертв? Не может быть. Боги, если это правда, я сдеру с этого сакса шкуру! Пусть Альфред говорит что угодно. Его ложь ему не поможет. Когда эти вести услышат весь лагерь, саксам не сдобровать. Ты поклялся на кресте? Плевал я на этого молокососа. Я как никогда хочу лишить его короны и головы. В Винчестере Альфред использовал меня. Пусть теперь предатель познает вкус предательства. Мы сожжем эту деревню дотла, а после займемся Альфредом. Сжечь Верхэм! И пусть саксы сгорят вместе с ним! Мерзавцы! Как же подожжем Верхэм! Умри же! Я тебя свинь! Как мне это? За каждого убитого вами норвежца! Выше пламя! Сожжем все! Я убью десятерых вас! Ты не сожжешь, Верхэм, тварь! Верхэм!
с язычниками! Сын вашего бога оставил вас, Сакс! Нет чести. Пусть месть направляет нас. У вас нет чести, да. Вам не забрать нашу землю. Слишком поздно. Наши боги велели нам воевать. Англия теперь наша. Мы убьем их всех. Здесь так сыро. Пусть хоть моя кровь пламенеет. Так гори в аду, подлая тварь! Я обглотаю твои кости в Вальгалле! Выше пламя! Сожжем все! На их молитвы никто не ответит. Надо найти дом. Стойте твердо! Бейтесь храбро! Деревня сожжена, Сома. Славно, мы уходим. К востоку отсюда в лесу есть руины. Ну же, шевелитесь! Впереди саксы! Победи во славу Господа! Пришел твой дом!
Руины близко! Вперед! Еще саксы! Готовьтесь! Где ваш король, саксы? Забился в нору, как мышь! Ты в руках Одина! Бог любит! Всех, кого встретим, отправим к их богу! Идем дальше! Можем перевести дух. Расскажи, что знаешь про того ломателя колец. Тролль он кривой. Альфред хитрее лисы. С виду вроде хилый, но духом силен. Одолеть его будет непросто. Гнев подпитает мое войско и клан. Этого мало. Нужно найти слабое место. Да. Затем я тебя и позвал. Неужто ты упустишь возможность убить короля саксов? Сперва расскажи, что ты хочешь делать. Альфред упоминал Чиппингхэм. Грязная дыра, овцы да пахари. Почему туда, а не в Винчестер? Твои лазутчики наверняка... У саксов там праздник в честь их Христа. Альфред будет на нем прохлаждаться, пока Уба лежит мертвым в поле. Я призвала союзников, чтобы помогли нам в битве. Но должна знать, куда их отправить. Нам точно нужно в Чиппингхэм? Точно. Но мне тоже нужно будет собрать людей. Альфред взял многих в заложники. Если получится их спасти... Где они? Мы сегодня и так многих потеряли. В одном месте за лесом. Его зовут Хамптонской... Сома, скачи к Темзе и веди моих друзей на юг. Они верно уже собрали... Ладно. Идите к реке, что течет в Чиппингхэм. Остальным встать лагерем тут. Я звал тебя Годи Вороньих Жертв. В Порчестере ты была бешеной, как Тор. Но теперь ты настоящий вождь. Нам много предстоит сделать, Гутрум, прежде чем можно будет пить мед и петь песни. Если Уба мертв, я прикончу Альфреда голыми руками. Твой гнев нам ничем не поможет. Тому, кому нужен трон, нужна и стратегия. Или бешеная ярость. Я везде отыщу Альфреда. Во мне горит пламя мщения. Помнишь, кое-кто говорил мне, что мы не бросаемся навстречу смерти. Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Обращаешь мои слова против меня? Я часто вспоминаю их в трудные времена. А Сигурд? Твой брат вновь с тобой? Его история длинна, а у нас мало времени. Нам будет тяжело укротить Уэссекс после победы над Альфредом. Ты его как будто уважаешь, Эйвор? Я начала понимать, что доля правителя нелегка. Сложно не понять, когда в твоих руках оказываются чужие жизни. Так, а вот и застава. Здесь все кишит стражей. Можем пробраться тихо, не тревожа стражников. Или я просто нападу со своими людьми. Положусь на твой выбор. Thank you.
Ты настоящий друг. Спасибо. Я говорил, что Гутрум нас не бросит. Гутрум, тут твои люди. Сегодня мы в Вальгалле не пируем, парни. Хватит прятаться. Нечего жалеть этих саксов. Я мой клинок. Спасибо, да хранят тебя боги. Вы люди Гутрума? Да, освободишь, будем драться за тебя. Благодарность мне не нужна. Поговорим, когда будем в безопасности. Умри!